Всем привет, с вами Владос Кокос и Деса Черик. Сегодня мы вместе с Владом будем открывать паки FIFA Mobile. Что нам выпадет, мы сами не знаем, но, возможно, нам выпадет игрок 108. Ты вообще представляешь? И у тебя, и у меня будет игрок 108 рейтинга. Давайте посмотрим, получится ли у нас его поймать, и я надеюсь, что нам очень повезет. Погнали. Давай только для начала откроем у меня, потому что у меня идет запись экрана. У Владоса я буду снимать с телефона, потому что, к сожалению, у Владоса не такой крутой телефон, чтобы мы снимали запись экрана. Но когда-нибудь вы нам наберете 1 000 000 лайков, и мы купим Владосу хороший телефон. Согласен? Да. Ну, конечно, еще бы не согласен бы. Я тоже бы хотел крутой телефон. У так. Дани есть свой телефон и так. Тебе завидно, что ли? Ты что, еще что ли? Не завидно. Мы с Владосом накопили несколько паков, и у нас есть на каждом телефоне, на двух получается, 18 вот таких крутилок. Здесь, в принципе, Владосу повезло, и ему выпал игрок 105 рейтинга. Блин, вот это жопа имеет 105 рейтинг. Мне еще так не везло, я надеюсь, что сегодня мне повезет. Может быть, сразу же с 5 паков нам повезет. Хотя бы кристаллы бы выпали. Давай, разрешаю тебе открыть. Сделай это, Владос. Нам нужен супер игрок. И... Пошла, давай. Так, главное, блин, Сенегал, ну там есть крутой игрок, я только не знаю, кто это. Блин, ну 93 хорошо, но, блин, мало, согласись. Ну хорошо выбьют? Хорошо, но мало. Ну ладно, еще выбью. Давай, Владос, еще 5 паков, вряд ли здесь уже выпадет какой-то крутой игрок, но здесь могут выпасть кристаллы, которые нам пригодятся. По-хорошему, нам бы их выбить, и здесь, видимо, нам не удастся это сделать. Очень плохо все. Нам нужно выбить самоцветы. Нам нужно обнулить вот этот круг, и если самоцветы мы получаем, то это здорово. Погнали, братан. Давай. Да блин! Я сейчас не выбью, смотрите. Вот. Ты выбьешь? Давай, если не выбьешь, то я тебе делаю еще бан, согласен? Жук, на, получай. Давай. Нет, стой, здесь и так игроки. Да ё-моё, пошло это все в попу. Ну чё, теперь мои паки, но мы сейчас Дани откроем супер игрока. Ну что ж, я открываю, Дани, мне сразу 8, ой, сразу 18 или как? Давай, сразу же 18, да, будет. Нет, здорово. Нет, давай по 5. Давай по 5. Нам нужен сразу же крутой игрок. Вдруг нам повезет. Я повезу сам. Голландия, ЦЗшник. Это кто? Что? Яри, соседи сейчас придут, офигеть. Ну-ка, сколько он стоит? 12 миллионов, что? Откуда такие деньги вообще? Мне еще и кристаллы выпали, не заметил. Да, мы можем обнулить, и у нас еще есть шансы на крутых игроков. А давай сразу же 7 паков. А давай. Ну еще сразу 7 паков, сразу. Ну это жестко, я считаю. За это нужно поставить лайк. Если сейчас не выпадет игрок, будет безумно обидно. Погнали. Какая-нибудь Германия, это хорошо. Это ПСЖник, а я не помню, кто там. Блин, хоть бы крутой. Ой, а что он такой дешевый? Не знаю, но 4 миллиона заработал. Сейчас мы еще откроем 3 пака обмена. Здесь тоже есть шанс выпасть крутым игрокам, и они мне очень нужны. Мне еще не выпадал сотый игрок сегодня. Владосу, блин, везет просто неимоверно. Давайте я ему открою. Ну давай, вот если ты сейчас мне в этом паке обмене не дашь игрока 100, я просто на тебя обижусь. Смотрим. Он издевается. Вторая попытка. И давай-ка я открою. Ты уже, я вижу, как открываешь. У тебя ничего не выпадает у меня на аккаунте. А мне нужен сотый игрок. И... Да ну, давай я открою. Смотрите. Сейчас я выбью. Владос говорит, что он выбьет. Но я не понимаю, как мне так не везет. Это... О, давай, Владос. Нам нужен... Саудовская Аравия. Блин, 94, конечно, прикольно, но он ничего не стоит 100% и никак не усилит мою команду. Ну что, мы сейчас будем не открывать. И мне, надеюсь, выпадет прям крутой. Это будет просто жесть. И я не знаю, что сказать. Сейчас, а мне опять повезет, как не Дани. Но Дани вообще... Ну, наконец-то и тебе не везет, а то уж крындец был бы какой-то. Ну и чё, мне сейчас повезет. Не. Не, ну 88 хороший, но это не то, что ты хотел. Есть последний шанс. Давай, Владос.
Нет. Тебя вообще не жестко обманули. Перед тем, как мы начнем открывать суперские паки, ради которых мы собрались, у Влада же еще есть вот такой кейсик, можно сказать. Давай, Владос, открывай. Здесь 100% игрок 100 плюс рейтинга, но если выпадет, например, соточка, это же мощно будет. Давай, Владос. Но здесь 100% свечение, здесь оно будет по-любому, но какая сторона? Блин, мне кажется... Или не... Подожди. Да ну... Фух, блин, я думал, тебе уж выпало этот, как его. Мане, я хотел уже на тебя наорать просто. 101 плюс еще один. У меня сейчас будет пипец какой состав. Да? Ты проигрываешь по игрокам. Мы не поняли одного с Владосом. Нам дали вот такие паки. Вот такие паки. Здесь Мбаппе, Месси, кто угодно может быть. Но мы же не выполнили все требования. Но мы сейчас получим этот пак. Владос. Я желаю тебе поймать Месси или Мбаппе. Это было бы очень круто. Я верю, что тебе выпадет. Давай смотреть. Фух, верим. Аргентина-Франция, Аргентина-Франция. Англия. Англия тоже хорошо. ЦПшник, ЦПшник. Во! 98! Круто, я тебя поздравляю. Это очень сильный игрок, это очень крутой. 108, ты прикинь. 108, очень жестко. Давай не будем орать, нас соседи выгонят просто. Нас ждет последний пак. Владосу сегодня выпало 4 игрока 100+. 4, если не 5, я уж вообще запутался. Мне пока что не выпадали игроки 100+, но сейчас будет гарантированный. Я сейчас, Даня, открою Месси. Блин, нам нужен Месси или Мбаппе. Давай, Владос, поймай мне Месси или Мбаппе. Это будет очень круто. Аргентина, Франция. Аргентина или Франция. Верим, Аргентина или Франция, Аргентина. Блин, Хорватия. Ну, это, наверное, Модрич. Это Модрич, скорее всего, да? Но, слушай, это тоже очень круто. 108! 108! А за сколько его можно продать? Владу главное посмотреть, сколько он стоит. 255 миллионов. Мы с тобой богаты? Офигеть! Мы сейчас мне прокачаем аккаунт. Пипец, какой сильный. И если вы хотите увидеть вагер матч меня против Владоса, то пишите об этом в комментариях. Ну а на сегодня все. Мы прощаемся с нашим зрителем и говорим вам спасибо за просмотр. С вами был Владос Кокос. Десу Чирик. Всем пока. Пока. Йоу.